Вероятно, судейский аппарат в этом виде спорта еще не совершенен. Быть может, мы доживем и до тех времен, когда электроника придет на помощь арбитрам и в этом виде спорта. А пока 9,90 балла. Такова оценка за выступление Бьянки Пановой. Это учтите при падении предмета. А сейчас вы видите выступление канадки Лори Хуан. Она занимает 8-е место, следом за гимнастками Болгарии и Советского Союза и Бьянкой Дитрих из ГДР. Thank you.